Всем доброго времени суток. Я приветствую вас на канале Око Таро. Меня зовут Ольга. Сегодня я предлагаю вашему вниманию Таро-прогноз на неделю с 24 по 30 августа включительно для знака зодиака Весы. Уважаемые Весы, напоминаю, что гадание имеет общий характер. Оно подойдет как мужчинам, так и женщинам, поэтому приглашаю вас всех к своему столу. Все, что требуется от вас, это максимальное расслабление. Вы сейчас по традиции можете загадать картам вопрос желания. На свой вопрос вы получите ответ, но в конце чтения основного вашего расклада. Карта, которая останется на самом дне колоды и будет являться ответом на ваш вопрос. Также, думая о своем вопросе, обязательно устанавливайте временной срок, чтобы вы для себя понимали, когда желание проиграется, в какой период или не проиграется. Помните о том, что расклад общий, для всех одинаково проиграться он не может. По каждой карте я стараюсь озвучивать максимальное количество значений, а вы для себя берете то, что подходит именно под вашу ситуацию. Этот таро-прогноз вы можете смотреть как по своему основному знаку зодиака, так же и по асценденту, и то, и другое верно. Что с вами больше резонирует, то и ваше. Возможно, что с вами проиграются сразу оба знака, тогда объединяйте, анализируйте и делайте выводы. Итак, ваша первая карта. Уважаемые Весы, все карты вашего расклада перед вами, и я приступаю к его чтению. С чего начинается ваш расклад? Сразу же со старшего аркана повешенного. О чем говорит эта карта? О том, что вы, многие из вас в данном периоде, по крайней мере в начале этой недели, вы что-то напряженно ожидаете. Также эта карта может говорить о том, что что-то не развивается, что-то тормозится и стопорится. У кого-то это вынужденное ожидание и зависимость от внешних факторов либо других людей. Вы, может быть, чувствуете себя либо заложником ситуации, либо жертвой. Возможно, вы себя сознательно приносите в жертву, чем-то жертвуете для достижения каких-то более высоких идеалов, понимая, что сейчас тяжело, но потом будет легче. Прекрасная карта для тех людей, которые занимаются самопознанием и саморазвитием, для тех, кто занимается медитациями и эзотерикой. Давайте возьмем также дополнительную карту, и здесь мы видим короля жезлов. Если говорить о женщинах, помочь вам выйти из состояния вот этого зависа поможет мужчина. Это может быть либо темненький мужчина, либо человек стихии огня, овен, лев или стрелец по гороскопу. Для мужчин вы сами в чем-то должны проявить огненные качества. Для того, чтобы выйти из вот этого состояния, включайтесь, боритесь, проявляйте инициативу, но также, может быть, к вам тоже придет на помощь человек темненький. Но и от вас многое тоже зависит. Если говорить о вашем общем запасе энергии, в начале этого периода он у вас может быть как будто на нуле. Энергия ослаблена. Для кого-то эта карта говорит о том, что вам нужен отдых, кому-то серьезно нужно заняться своим здоровьем, в особенности, если есть какие-то проблемы. Но я вижу, что многие из вас недолго будут пребывать в вот этом состоянии. Уже в скором времени что-то в вашем важном вопросе должно разрешиться положительно благодаря мужчине. Давайте посмотрим общий фон событий всей этой недели, что входит в вашу жизнь. И здесь мы видим двоечку чаш. Это карта выгодного партнерства, хороших, правильных союзов, когда вы находите людей-единомышленников, тех, кто вас в чем-то готов поддержать. Для мужчин это может быть женщина, а для женщины это может быть мужское лицо, но не обязательно. Если вы ищете нужных партнеров в работе, вы также их найдете. Я вижу, что вы стараетесь со всеми искать какой-то компромисс, проявлять лояльность, договариваться с людьми так, чтобы всем было комфортно. То есть вы учитываете не только свои интересы, но и интересы других людей.
Вы по этой карте готовы кого-то выслушать, кто-то готов выслушать вас. Сама по себе эта карта говорит о том, что что-то в вашей жизни на сегодняшний день только развивается. Но, несмотря на это, в вашей жизни есть относительный баланс благодаря тому человеку, который будет вас поддерживать. Давайте посмотрим, что ждет наши семейные пары в этом периоде. Для вас выпала тройка жезлов и карта пажа пентаклей. То, что касается вашего дома и вашей семьи, я вижу, что здесь вы проявляете активность. Все, что требуется от вас, вы делаете. Вы вкладываетесь в дом, вы что-то хотите развивать. Кто-то, может быть, что-то обновляет, занимается ремонтом. Вы думаете о развитии, о благоустройстве. В общем, планируете будущее. Ваш партнер или партнерша в этом периоде всячески готов вас дополнять. Он или она также трудится в меру своих сил и способностей, также приносит денежки в дом. Вместе вы друг друга дополняете, у вас есть какие-то общие цели, общие задачи. Вы оба очень социальные люди, активные не только в семье, но и во внешнем мире. Оба вы зарабатываете, то есть деньги к вам поступают. Я вижу, что лично у вас мысли о том, чтобы достичь в жизни чего-то большего, реализоваться, выйти на какой-то новый уровень. У кого-то, может быть, даже есть родственники за границей. Может быть, вы ждете каких-то новостей от них, писем, сообщений, любой информации, какие-то разговоры и хлопоты. Хлопоты в большей степени, все то, что касается финансовых моментов и чего-то материального, вы думаете о том, как все-таки начать зарабатывать больше, либо получать больше, выходить на новых людей и на новых партнеров. Отношения ваши развиваются, но в негативе тройка жезлов может говорить о том, что кто-то из вас находится в состоянии треугольников. Конечно, не все. То, что касается дома в общем, также актуальна будет тема ваших деток, их развития, их образования в этом периоде. Вы вкладываетесь в них. Я вижу, что вы на позитиве, что вы стараетесь радоваться жизни и не унывать. И это тоже важно. Давайте посмотрим, что ждет наших одиноких весов. И для вас выпала карта старшего аркана императрицы, карта шестерки жезлов и карта пять жезлов. Две карты жезлов говорят о том, что неделя для вас будет в чем-то очень горячая, очень вы себя будете проявлять активно. Очень много движения, у кого-то это дороги, поездки намечающиеся. Если смотрят меня женщины, ваши дороги полностью зависят от вас самих. Если смотрят меня мужчины, какие-то ваши дороги, либо ваш успех в чем-то также может зависеть именно от женщины. Если говорить о ваших личных отношениях, здесь тоже вы делаете успехи, вы очень многим нравитесь. Вы притягиваете к себе взоры противоположного пола. У вас могут быть с кем-то новые знакомства. Возможности встреч и свиданий. Для тех, кто встречается, ваши отношения также будут развиваться. Но в них очень много зависит именно от женщины. Но почему-то вот по итогу я вижу пять жезлов. Это говорит о том, что есть либо какая-то усталость от каких-то отношений, либо разочарование в ком-то из партнеров, либо вы боитесь наперед того, что вас кто-то может обидеть, так как обиды в вашей жизни уже были, и вы их помните. Настороженность ваша в отношении и внешнего мира тоже. Несмотря на то, что дела у вас могут идти неплохо, то, что касается работы, дел, бизнеса, вы понимаете, что у вас могут быть конкуренты, недоброжелатели, и вы все время чего-то опасаетесь. Пока еще проблемы нет, но вы как бы в ожидании ее. Для тех, кто ждет в этом периоде каких-то важных новостей, получения чего-либо, то, на что вы давно надеялись, карта шестерки жезлов говорит о радостных известиях и о том, что в этом периоде вы действительно что-то получаете, то, о чем давно мечтали, и здесь я вижу радость. Для женщин эти карты говорят об уважении в обществе, об умении привлекать к себе взоры не только в личной жизни, но и в работе. Это ваш ум, ваш интеллект, ваше желание развиваться, расти и не сидеть на месте. Но пятерка жезлов все-таки может предполагать то, что у вас есть и завистнички. Для тех,
Кто еще не повстречал свою вторую половиночку, вы обязательно его или ее еще встретите. Но не спешите с окончательным решением. Почему? Потому что вам может предстоять еще выбор. Давайте заглянем в центр вашего расклада. И здесь мы увидим основные события вашей жизни и что на вашем сердечке. Основные моменты, связанные с вашей работой. Король мечей. Если говорить о мужчинах в весах, начну с вас. Эта карта показывает вас самих собственной персоной. И так как вы выпали в центре своего же собственного расклада, это говорит о том, что на многие события своей жизни повлиять вы можете. Включайте свой ментал, свой интеллект. Думайте, боритесь, идите к своим целям, и все у вас получится. Но эта карта в негативе может говорить о том, что с кем-то у вас может быть конфликт, либо какая-то спорная ситуация, в которой вы хотите восстановить справедливость. Для женщин эта карта говорит о том, что большое влияние на вашу жизнь в общем в этом периоде может иметь как минимум два мужских лица. Мы видели короля жезлов, мы видим короля мечей, а это два мужчины между собой советуются по поводу вас, либо ведут какой-то спор. И принимают в вашей жизни прямое участие. Для мужчин это может быть друг, компаньон, человек, с которым вы также в чем-то взаимосвязаны. Для кого-то эта карта может предполагать мужское руководство в работе, либо то, что в работе что-то зависит от мужчины. Дополнительная карта – это паж чаш. И по поводу работы, для тех, кого интересует работа, вас ждут какие-то приятные новости, хорошие телефонные звонки, которые вас порадуют. Рядом с вами может быть человек, который вас в чем-то поддерживает. И, конечно же, это ваши собственные мечты и надежды. Я вижу внешне, вы себя с людьми можете проявлять очень жестко, но внутри вы очень ранимый человек. Если говорить о дамах, о тех, кто встречается, вот эти карты могут говорить о том, что за вами может ухаживать мужчина постарше и какой-то еще молодой человек. Именно поэтому у вас еще будет выбор. Для тех, кто решает какие-то вопросы, связанные с оформлением бумаг, тоже вас ждут здесь какие-то положительные новости. Если говорить о женщинах и вашим прямым руководством является мужчина в работе, то вы имеете дело с непростым, очень требовательным человеком. Но с другой стороны, когда вы свою работу делаете качественно, этот человек где-то готов пойти вам на уступки. И обижать вас несправедливо никто не будет. Для тех, кто ищет работу, работу найти вы сможете. Для мужчин вы сами должны проявлять эту активность, а для женщин с работой вам может помочь мужчина, либо у вас будет мужское руководство. Давайте посмотрим на ваши финансы. На финансы выпала карта старшего аркана колесницы, и она говорит о том, что здесь есть движение. То есть деньги к вам в любом случае будут поступать. Вы сами очень много делаете для того, чтобы заработать, найти, договориться, куда-то поехать, что-то решить. Но эти деньги находятся у вас в движении. Вы тут же что-то можете покупать, куда-то и вкладывать, что-то уже планировать. Для многих деньги ваши будут вкладываться в дороги или любого рода поездки. Если ваши деньги напрямую зависят от вашей работы, то здесь я также вижу вашу уверенность в себе и вашу активность. Для женщин это может быть также помощь и заинтересованность в вас мужского лица. Для тех, кто не работает вообще, я вижу, что все равно вы ведете активный образ жизни, вы что-то хотите поменять, вы что-то ищете, чем-то вы увлечены. Деньги у вас также будут. Для кого-то эта карта может показывать дополнительные источники дохода и то, что вы не собираетесь унывать. Давайте посмотрим, что происходит во внешнем мире. На внешний мир снова выпала активная карта рыцаря жезлов. Видите, одна карта дорог у вас выпала, вторая карта дорог. То есть многим дороги просто обеспечены в этом периоде. Какая-то большая скорость, быстрые сборы, поспешность. И вы уже куда-то едете. Эти две карты могут также проиграться как то, что кто-то любит скорость, и вам нужен этот адреналин для тех, у кого есть свой транспорт. Но все-таки будьте аккуратны. В этом периоде к вам могут поступать какие-то хорошие предложения по работе. Возможно, то, что касается каких-то дорог от мужчины. Либо от мужчины к вам идет поддержка, и не от одного. В вашем раскладе выпало уже 4 фигурных мужских карты. Давайте посмотрим на скрытые факторы этого периода. Девяточка чаш,
Карта королевы жезлов и 8 пентаклей. Три замечательные карты. Никакой угрозы, ничего такого страшного в этом периоде вас не ожидает. Многих из вас ждет приятный отдых в приятной компании. Для кого-то это запланированные праздники, юбилеи, свадьбы. Это может быть все, что угодно. Что-то налаживается и в работе по восьмерке пентаклей. Я вижу вас как людей, которые стараются развиваться. К вам будет поступать очень много хороших рабочих предложений, и вы сможете себе очень многое позволить. Кто-то сумеет совместить и работу, и отдых. При этом одно не будет мешать другому. Если говорить о женщинах, то в этом периоде вам также хочется хорошо выглядеть, блистать, притягивать к себе взоры, вас интересуют какие-то сплетни, вы хотите быть в курсе каких-то дел. И я вижу, что если говорить о женщинах, вы умеете использовать свое ближайшее окружение. Для мужчин очень много вашей жизни может зависеть от какой-то женщины, возможно, темненькой, либо кареглазой. Также это может быть женщина стихии огня, овен, лев или стрелец по гороскопу. Чем для вас завершится эта неделя? И мы видим карту двоечки мечей. К сожалению, вот эта карта не очень приятная. Она говорит о том, что в конце этой недели вас с кем-то может ждать конфликт, какая-то провокация и ссора. Давайте посмотрим, с чем это будет связано. Карта звезды. Ну, во-первых, эта карта говорит о том, что с кем-то после конфликта вы сможете найти перемирие. Либо вас кто-то захочет помирить. Это могут быть любого рода недопонимания, то, что касается и ваших далеко идущих проектов, планов. Для кого-то это может быть и близкий человек, для кого-то это может быть кто-то из внешнего мира, тот, с кем вы не нашли общего языка, но тем не менее для вас все решится благополучно. Ну и в общем-то сама по себе двойка мечей говорит о том, что как вы можете кого-то спровоцировать на конфликт, так и вас кто-то может спровоцировать. Но вы явно не готовы подставлять вторую щеку для удара. Вы готовы ответить тем же. По звездам желание развиваться, желание творить, реализовывать себя. Эта карта говорит о том, что многие из ваших планов и надежд смогут осуществиться, но на их реализацию понадобится время. Многие из вас люди очень талантливые, и вам нельзя зарывать свои таланты. Давайте посмотрим карту основного совета на этот период. Мы видим 6 пентаклей, то есть основное внимание все-таки нужно уделить в работу, в дела. Если вы заработаете, сделайте так, чтобы ваши деньги были активными и приносили вам прибыль, чтобы они не были замороженными, а работали на вас. Если кто-то рядом с вами нуждается в помощи, окажите кому-то поддержку. То, что касается рабочих процессов, умейте договариваться, умейте идти на компромисс, умейте искать этот компромисс так, чтобы выгодно было и вам, и кому-то. И тогда у вас будут партнеры, с которыми вы подолгу сможете сотрудничать. Ну, карта равновесия, конечно. Давайте посмотрим ответ на ваш вопрос. Да или нет? Конечно, да. Уверенная и стопроцентная. Уже в периоде этой недели вас ждут какие-то положительные известия по поводу вашего вопроса. Скорее всего, большое влияние на вашу ситуацию имеет мужчина. Для женщин именно мужчина вам может чем-то помочь, а для мужчин вы и сами справитесь, но у вас также может быть хороший друг. Для всех тех, кто запланировал дороги, вопросы были связаны с дорогами, замечательная карта. Для тех, кто задавал вопросы, связанные с личными отношениями, это также замечательная карта, так как мы видим рыцаря на белом коне. Это встречи, свидания, это возможность новых отношений, это интим, это любовь, это прилив чувств и эмоций. В любом случае, это радость от полученных известий уже в этом периоде по поводу вашего вопроса. Давайте возьмем еще несколько дополнительных карт. Что еще вам нужно знать в периоде этой недели? Информация общего характера и для мужчин, и для женщин. Для вас выпала карта дома, то есть эта карта говорит о вашем собственном очаге, но рядышком я вижу карту ведьмы, и мы видим женщину, которая проводит работу с Вольтом. То есть для кого-то эти карты могут говорить о том, что либо вы сами занимаетесь магией и пытаетесь в этом преуспеть. Если вы магией не занимаетесь, тогда будьте внимательны. Эти карты могут вас предупреждать о том, что на ваш дом, на ваших родных и близких кто-то может оказывать магическое влияние. Именно поэтому в вашей жизни что-то может тормозиться, стопориться, идти не так, как нужно вам. Если говорить
о мужчинах, то проблемы в вашей жизни могут быть из-за какой-то женщины. Притом это может быть женщина из вашего дома, из вашей семьи. Вот такие интересные карты. Эта информация общего характера, она дается вам для размышления, поэтому не спешите делать выводы. И для того, чтобы в этом убедиться, конечно же, нужно делать диагностику в личном раскладе. Всем удачи, всем хорошего настроения. Я думаю, что многим из вас есть что проанализировать. В общем-то, для многих из вас неделя неплохая. Вы сможете выйти из вот этого зависа, тормоза, в котором вы были в начале этого периода. Вас ждет очень много положительных известий и изменений, очень много динамики и скорости. Все, что запланировали, пытайтесь совершить, у вас многое получится. Для женщин большое влияние на вашу жизнь мужчин. И в конце этой недели небольшая вструсочка, небольшой конфликт, но который закончится для вас благополучно. Подписывайтесь на мой канал, кто еще не успел подписаться. Нажимайте пальчиком на колокольчик для того, чтобы не пропустить следующие видео. А я не прощаюсь с вами. Я говорю вам до новых встреч. Сегодня всем до свидания.